Друзья, в этом видео вы узнаете, когда выйдет 235-я серия турецкого сериала «Клятва» и что будет в 234-й серии. 235-я серия выйдет на экраны Турции 24 апреля. Русская озвучка она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 234-й серии турецкого сериала «Клятва» мы увидим, что с Рейханом и Эмиром, которые преодолели большую опасность, все хорошо. В то время как Рейхан волнуется за своего ребенка после случившегося инцидента, единственное, в чем и о чем он думает, это его жена. Понимая это, Рейхан становится еще сложнее рассказывать Эмиру о том, что она пережила за последние дни. С другой стороны, время до проведения операции уже на исходе. Рейхан необходимо как можно скорее принять решение. Увидев накрытый на двоих стол, Нарин впадает в отчаяние. Теперь она начинает думать, что ей навсегда нужно постепенно уходить из жизни Кемаля. В то время как Нарин погружена в эти мысли, она не может сдержать слез из-за упущенного ее счастья. Как бы Кемаль не казался сосредоточенным на Масал, все равно не может не думать о Нарин. Сможет ли уйти в этот раз Нарин после всего того, что было пережито? Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и обязательно нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также пишите комментарии, что вы думаете об этом сериале и как вы думаете, что будет дальше. До скорой встречи!